Алло. Ребята, давайте сюда. Что у вас случилось? Да. У нас была работа кислородная, отец. Кислородная масса работала. Кислородный баллон работал. И ты на полный дом. Уезжайте, Годичева, Красномирская 96. Да, пожарный, они поехали. Понял, Годичева, Красномирская 96. Правильно понял. Кореневка, Кореневка, город, прошу на связь. На приеме, Кореневка. Два хода Годичева, Красноармейская 96, за грани в частном доме, как понял. Да, понял, два хода Годичева, 96, за грани, сейчас по дому выезжаем. Нормальный мужик был, жил один, жонка померла раньше, он один жил, и кто-то за ним ездил, сын летел. А как оно случилось, я не знаю. В 7 утра сегодня находился все время около него. После того, как я уехал, в течение получаса случилась эта трагедия. По моим предположениям, он заболел в постели, что поступило, что послужило. МЧС напоминает, неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности.